Разрешите представиться. То есть подполковник. Мой дорогой, уважаемый. Поздравить вашего бойца. Спасибо. Уважаемый Иван Алексеевич, я по поручению министра внутренних дел Российской Федерации Колокольцева Владимира Александровича хочу поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Поздравлением присоединяется весь личный состав Министерства внутренних дел Российской Федерации, ВУД Красноярского края. И позвольте зачитать памятный адрес, который подписал Владимир Александрович Колокольцев. Уважаемый Иван Алексеевич, примите самые искренние поздравления со знаменательным юбилеем, 100-летним днем вашего рождения. В вашей биографии, как в зеркале, отражена судьба нашей страны. В июне 41-го, сразу после школы, вы ушли добровольцем на фронт. В разгар наступления немцев под Москвой вместе с другими курсантами артиллерийского училища стояли насмерть против немецких танков и пехоты. Потом было участие в боях на Северном Кавказе, на Первом Украинском фронте, тяжелое ранение, госпиталь, учеба. Человек не выбирает время, в котором живет, однако он решает, как поступать и к чему стремиться. Те суровые годы в руках вашего поколения оказалась судьба нашей страны. Защитники Отечества не дрогнули, отстояли для нас мирное небо и свободу. Низкий вам за это поклон. Ваш военный опыт, блестящие качества офицера оказались востребованы и после Великой Победы. Сначала на армейской службе, потом и в милицейской. В качестве руководителя оперативной группы вы добились высоких показателей служебной деятельности. А выйдя в отставку, возглавили совет ветеранов. Много лет делились секретами мастерства с молодыми сотрудниками. Такая активная позиция заслуживает самого глубокого уважения. Дорогой Иван Алексеевич, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого-самого доброго. С искренним уважением, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев. 7 февраля 2021 года. Спасибо. Иван Алексеевич, вручаю и еще раз поздравляю. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации номер 17 19 января. За активное участие в ветеранском движении, большой вклад патриотическое нравственное воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел наградить наградным холодным оружием кортиком подполковника милиции в отставке Шпагина Ивана Алексеевича. Подписал министр Колокольцев. Вручаю, и очень будет идти к вашей форме. Настоящий, красивый, боевой кортик. Как говорил Суворов, без нужды не вытаскивай, а без славы не вставляй. Также приказ министра внутренних дел о поощрении ценным подарком. Подарок принесут, а я пока только лишь паспорт. В жизни пригодится, и семье тоже сам. Иван, все вам. Сейчас пока не такую тяжесть. Туда пойдем.
Вот так вот, немножко. Ой, ничего, это... нашли, самое главное, пытаемся его найти. Да, самое главное. Берет на себя роль разливающего. Носить. Серебряное, оригинальное.